Анна Даниловна участвовала в сражении с Японией. Была связистом, передавала информацию с линии соприкосновения командирам штабов. С богатой душой и жизненным опытом. Такой ее знали в Искитиме. Воспитала 5 детей, имела 10 внуков, 16 правнуков и 2 праправнучки. Была веселой и отзывчивой, никогда не отпускала руки. Уход из жизни Анны Кунгурцевой стал большой утратой для всего города. Прощание с ветераном состоялось сегодня.